Учил. Я как, а что на лифте не сделаешь? Що ви щойно бачили в студії, це була фотосесія для журналу «Сторі». До речі, не пропустіть, я там... А зараз я провела вас до свого друга, художника, фотохудожника Юбіка Літвін. Ми з ним робили фотосесії, а сьогодні він по секрету розкаже усім телеглядачам про те, як поводити себе в кадрі, аби ваші фотокартки були геніальними. До речі, це перша моя фотосесія взагалі в житті після перемоги на фабриці зірок і Юрбо Самоти. Так. Я до тебе сьогодні прийшла, знаєш чого? Тому що я впевнена всім дівчатам дуже цікаво, як готуватися до фотосесії, так. Як зрозуміти, що цей фотограф зробить з тебе багіння. Только дело вкуса. То есть человек должен сам посмотреть работы фотографа в первую очередь. И тогда, если ему нравится то, что делает этот фотограф, то, и он хочет такое же, то к такому же обращаться. Я вот видел недавно баннер, вылазил в интернете, фотосессия 350 гривен, дают 500 фотографий, 5 образов и все остальное. Настораживает. Не окупается ничего. И, соответственно, такое же качество. Это что значит 500 фотографий? Это тоже, ну, типа, выбирайте сами. Нет, фотографий должно быть несколько, всего до 10. Фотографії повинні бути відобрані самим фотографом. Слухай, я хочу запитати про те, що хвилює всіх жінок. От що робити тим дівчатам, як дівчині, яка проходить на фотосесію, розуміє, що її саме комплексне і комплексуюче місце – це живіт. Просити фотографа фоткати знизу більше. Чи... А як фотографувати? На самом деле фотограф видить і говорить сам, як стоять. І помимо цього ще дуже важливий світ. Как ты поставишь свет, какие будут приборы, с какой стороны они будут светить. И иногда можно даже не втягивая и ничего не делая, просто ровно стоя, сфотографировать так, что будет идеальное тело из-за того, как будет падать свет и тень. Ну, это ты кажешь зараз про профессиональную фотосессию, если проходит в студии, если подруга фотографирует одного и выкладывает там в одноклассник. Самый главный совет, когда вы фотографируете или вас фотографируют под друзья или подруги, и вы сами делаете себе, не играйте. Не пытаясь ничего не делать, а просто мило улыбнувшись и, естественно, посмотрев в камеру, это будет самая красивая фотография. Слушай, ну, главная жіноча тенденция на большинстве фото – это... Делать губки бантиком. Так, что сейчас модно? Як, я не знаю, может быть, ну, если говорить о фэшн-фотографии, то сейчас вообще модно более... Трэш-фото, наверное, я бы такое сказал. Нету, почти не улыбаются модели. Все говорят, что целлюлит покрив весь свет, а зеркало, они такие гладенькие, ренейки. Их фотошоплять? Или они просто гарно конечно, за собой доглядают? Каждая фотография, которая попадает, профессиональная фотография, каждая, которая попадает в журнал, в любой глянец, она однозначно проходит через фотошоп.